В Славянском районе завершился открытый смотр конкурс «Народные песни», посвященный памяти выдающегося кубанского композитора Григория Пономаренко. Открытый смотр-конкурс «Славянск поет Пономаренко» стал уже традиционным. Ежегодно он собирает под своим крылом настоящих ценителей народной песни. Участники, а это были как сольные исполнители, так и самодеятельные коллективы, должны были исполнить две песни. Одну, написанную Григорием Пономаренко, вторую – народную. С каким репертуаром выступать, решали сами артисты. За свою творческую жизнь Григорий Федорович Пономаренко написал около 1000 музыкальных произведений. Было издано порядка 30 сборников его песен, многие из которых звучали в этот день со сцены городского дома культуры. Песни и музыка Григория Пономаренко пронизаны любовью к Кубани, к широкой русской душе, народным традициям. Они составляют большую часть репертуара любого народного коллектива. Песни Пономаренко, конечно, очень нравятся. И в нашем репертуаре есть много песен именно Пономаренко. Очень мелодичные. Они уже перешли в статус народных давно. Даже мало кто знает, когда поет вроде народную песню, а это песня композитора Пономаренко. Участники смотра конкурса выступали в трех номинациях – солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы. Всего в фестивале приняли участие 35 коллективов и солистов художественной самодеятельности. Лучшие из них представят наш район на краевом этапе конкурса. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».